старейшей дамбе. Сейчас она называется Кремлевская. Раньше она называлась Ленинская. Историческое название — Кизическая дамба. Всего через Казанку у нас перекинуты 4 дамбы. Соответственно, слева от нас сейчас будет Кировская дамба, которая является в том числе водоразделом между Казанкой и Волгой. Все, что до Кировской дамбы, это будет Казанка. Все, что после нее, это уже Волга. Ленинская дамба или Кремлевская, по которой мы сейчас с вами движемся. Справа от нас будет мост Миллениум, по которому мы с вами еще вернемся в исторический центр Казани. И есть еще 3-я транспортная дамба. И вот район, по которому мы сейчас с вами будем двигаться, это один из наших новых районов. Называется он Заречье. Появился он буквально за последние лет 25. То есть это была болотистая пойма реки Казанки, которую отсыпали, осушили, очень масштабные работы были проведены. Или были построены вот такие высотные многоэтажные жилые спальные наши микрорайоны. То есть высотная жилая застройка у нас разрешена только здесь, либо в наших... То есть это сооружение было построено и открыто 5 июля 2013 года. Несколько лет специально намывали полуостров, стояли земснаряды. Это искусственное сооружение. Вот уже после этого было построено это многоэтажное здание. Высота его более 30 метров. В верхней части есть открытая смотровая. Thank you.